Из огня в гостиничном номере вывели на улицу всех постояльцев. Серьезный пожар произошел в гостинично-ресторанном комплексе «Арсенал» в Ковровском районе. В 3 часа ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Сенинские дворики. На место незамедлительно выехали пожарные Ковровского гарнизона. Очаг возгорания, как выяснили спасатели, был в одном из номеров гостиницы. Персонал эвакуировал всех гостей еще до приезда огнеборцев. На улицу вышли 12 постояльцев и 3 сотрудника комплекса. К приезду первого пожарно-спасательного подразделения дым уже шел из-под части кровли. Существовала угроза распространения на мансарду и нижние этажи. Но огнеборцы этого не допустили. Примерно через час после вызова открытое горение в комплексе было полностью ликвидировано. Никто не пострадал. В течение 40 минут было ликвидировано открытое горение. В результате пожара сгорела внутренняя отделка одного номера, холла и часть кровли здания на общей площади 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 19 человек личного состава и 7 единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины пожара и причиненный материальный ущерб.